Розмарин в переводе означает «морская свежесть», но ничего общего с морем его запах не имеет. Он напоминает смесь камфоры и сосны. Растение получило популярность благодаря особому аромату. Вечнозеленый кустарник является теплолюбивым растением. Его добавляют в напитки, маринады, настаивают на нем уксус. В открытом грунте розмарин выращивают в регионах с теплыми зимами. На рассаду семена высевают в конце февраля-начале марта. С середины до конца мая пересаживают розмарин в открытый грунт. Выращивать его следует на солнце в известковом, пропускающем воду и воздух грунте при умеренном поливе. Весной в почву вносят азотное удобрение, через месяц подкармливают комплексным минеральным. Осенью вносят фосфор и калий. Размножают розмарин семенами, отводками и черенкованием. Высота кустарника от полуметра до двух метров. Он имеет мощную, развитую корневую систему, которая проникает в почву на 4 метра. Розмарин является родственником базилика, мяты и тимьяна. Верхние части побегов с листвой и цветами добавляют в блюда из мяса, капусты и бобовых. В регионах с холодными зимами розмарин выращивают семенами, из которых получают рассаду. Семена перед посадкой выдерживают в воде, высевают мокрый песок и накрывают пленкой. Держать посевы необходимо при 25-30 градусах. Субстрат необходимо периодически увлажнять. Через 6-8 недель появляются сеянцы, которые переставляют в освещенное место. Сеянцы высаживают в открытый грунт, когда они подрастут до 7-8 сантиметров. Перед посадкой саженцы пикируют, сажают вместе с земляным комом. Весь вегетационный период розмарин подкармливают минеральными удобрениями с кальцием. Подкормки осуществляют дважды в месяц. Уход за розмарином не отличается от других садовых растений. Он заключается в поливе, подкормке, прополке, обрезке и рыхлении. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.